Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня у нас будет видосик, посвященный Мазингу. Он будет короткий, но очень крутой, потому что по превью, я думаю, вы все поняли, по названию тоже. Пацаны, вышел новый винил для BMW M5E60. Именно третий винил, пацаны. Последний винил, получается, всего их три будет. Возможно, что-то поменяется, но он просто охуенный, пацаны. Это легендарный винил, я думаю, вы поймете. В принципе, вам говорить не надо, на какой-то машине стояла. О, я просто охуел. 3 часа назад пост выложен, уже 80 лайков просто. Блин, все довольны, я думаю, то, что поставили такой винил. Вау-вау-вау, да, четко, шедевр. Просто охуенно, блин. Как же он выглядит. Это именно винил Давидыча. По-моему, у него такой на гелике был. Я помню, винил. На BMW у него другой винил был, по-моему. Или нет? А, BMW у него была золотая, потом была такая... Тоже в пленке коричневой, короче, такой. Ну, короче, блин, очень круто выглядит. Я, скорее всего, именно этот винил себе и поставлю. Да, там, если что, не путайте, пацаны. Моя фамилия Путбуль. Путбуль. Ничего не связывает меня с этим винилом. Путбуль, пацаны. Путбуль. Не Питбуль, а Путбуль. Я с этим ником играю уже 5 лет, поэтому у меня там... Выебывался, типа, ой, там, блядь. Ну, вы поняли, короче. Путбуль. Путбуль, запомните. Навсегда, пацаны. Так, надо лайк поставить обязательно. Просто винил шикарный, просто великолепный. Просто охрененный. Ну, давайте сравним три винила. Просто повторим, кто не видел эти три винила, какие будут на бэхах. Кстати, напоминаю вам, что это группа модпакера Мазинга. Официальная группа модпакера Мазинга, пацаны. Там фейковой еще нету, это именно его группа. Здесь уже почти 750 человек, пацаны. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ссылка, повторюсь, будет в описании. Здесь выходят самые свежие новости по модпаку. Поэтому, кто хочет быть в курсе дела и кто хочет участвовать в разработке модпака, обязательно подписывайтесь. Пишите в комментарии под постом свои идеи, и, возможно, модпаки их реализуют. Ну, погнали, посмотрим эти три винила. Итак, вот первый винил, который выложил модпакер. Это самый первый винил на BMW. Повторюсь, что вот эта часть оранжевая, это получается на крайсе, а это сверху наносится винил. Это будет цвет вашей машины, получается, какой вы выберете, а это уже будет сверху идти на него винил. Изначально, я не знаю, вот, я, кстати, подумал тут, да, вот тут, сосмотри, как винил классный, вот этот, что третий, короче. Но, блин, это тоже очень смачно смотрится, поэтому я, наверное, буду выбирать между этим и тем винилом. Поэтому я не знаю, это тоже очень круто выглядит. Давайте я увеличу его как-то. Как-то его надо увеличить. Во. Вот так вот увеличу. Ну, докажите, что очень круто смотрится. Кстати, это новая моделька BMW. Видите, диски стандартные, какие заводы шли на бэхах вот этих M5-ых. У меня эта моделька тоже стоит. Модпак я сливал ее в своей группе. Я про это снимал видос, кто не знает. Модельку тут можно поставить через GTA Crazy. Если что. Очень классная винилка, уже долгое время с ним езжу. Ну, сколько я езжу, 2 недели где-то. Ну, как только он выложил, я сразу себе ее поставил. Поэтому это новая моделька, короче, вот такая вот будет бэхи, кто не видел. Повторюсь, для тех, кто не видел. Кто видел, те уже знают насчет этой темы, что будет новая моделька BMW. Здесь улучшена сама моделька. Повреждения новые, кстати, я заметил, что повреждения новые, аж фара вылетает там и так далее. Новая оптика наистоит, новые диски, ну и сама модель, короче, лучше. Давайте теперь пойдем дальше, посмотрим второй винил. Так, вот второй винил получается тоже на бэху, типа камуфляжа тоже. Но, возможно, модпакер что-то изменит. Но хотя эти три винила, в принципе, даже очень прикольные. Я думаю, на бэху хорошо пойдет. Я так полагаю, что вот этот именно цвет, это именно цвет машины тоже, наверное, скорее всего. А вот это уже сверху идет. То есть, это круто, что вы сможете выбирать еще и цвет винила, так сказать, что они не будут у всех одинаковые, разных цветов. Это довольно-таки круто. Давайте я также увеличу, короче. Вот так эта моделька выглядит. Ну, моделька, я вам уже за нее рассказывал. Вот такой винил выглядит. Хотелось, конечно, бы его по кругу посмотреть, но есть скриншот только вот такой вот сзади, так сказать. Ну, я думаю, довольно-таки тоже круто выглядит. Но больше всего мне нравится это первый и третий. Сейчас мы посмотрим подробно третий. Давайте.
Ну вот тот самый третий винил. Ну блин, из них всех что-то мне этот больше всего нравится. Я не знаю почему. Наверное, из-за того, что я полюбил вообще BMW M5 E60 полюбил благодаря Давидовичу, когда я увидел его тест-драйв. Да не, когда я увидел еще его золотую BMW, как он на ней наваливал, я просто влюбился в эти формы, в этот кузов, в эту саму машину. Блин, ну это очень круто. Да и сама моделька очень классная, блин. Ну, в игре я имею в виду. Да и в жизни просто бэха это охуенная машина. Ну, именно вот это. За другие не знаю, X5 еще в старом кузове хороший. Ну и вот эта тачка M5 и E60 просто. Ну, я, наверное, поставлю себе, скорее всего, этот винил. Было бы... Хотя нет, наверное, если менять цвета на нем. Видите, он будет именно одного цвета. Вот такой он будет, я так полагаю. Потому что, наверное, цвета не сможем менять. Хотелось бы, на самом деле, уже поставить себе этот винил и ездить с ним. Если модпакер вдруг меня смотрит, либо, не знаю, как-то до него дойдет эта информация, блин, пусть он, пожалуйста, сольет именно как-то, как установить этот винил на машину. Я думаю, многие были бы согласны, если бы он слил хотя бы этот винил, или хотя бы какой-то из трех винилов. Я думаю, это было бы очень круто, потому что, блин, хотя я думаю, он не будет этого делать, потому что он боится, что этот винил кто-то украдет на другой проект, как бы, там, на Redmi, там, и так далее. Ну, вы поняли, короче. Я думаю, он не будет сливать винил именно. Модельку-то он может слить, а винил, я думаю, не будет он сливать. Но согласитесь, выглядит очень круто. Просто бомба, реально. Злюка такая, просто злюка. Реально, просто злюка. Было бы еще круто, если бы добавили именные номера на машины. Это было бы очень круто. Просто великолепно, я думаю. Но даже за... Ну, я про это видос снимал уже, видите, на канале попозже потом. Насчет именных номеров. Не буду сейчас здесь рассказывать. Но согласитесь, блин. Вот эти диски очень идут этой машине. Это стандартные диски завода, повторюсь, какие идут. Какие до этого были, типа, M-диски, вот эти, блядь, такие там... Ну, блядь, ну не идет. Вот эти диски просто идеально вписываются в эту машину. Просто идеально. Если бы я в реальной жизни когда-то куплю, или если бы мне предложили бы... Не, не предложили. Если бы я в реальной жизни покупал бы BMW, или у меня была бы такая BMW, я бы на таких дисках лучше бы ездил, они очень идут. Восны, да, тоже классно, но... Как по мне, вот эти диски просто охуенные. Ну что ж, будем ждать релиза модпака, короче. Моделька очень крутая, очень классная. Винилы тоже классные. Это три винила я вам показал. На каждую машину всего лишь можно поставить три винила. Не знаю, может и больше можно как-то добавить, но... В основном по три винила на каждом сервере делают на машины, поэтому как-то так. Ну что ж, на этом у меня все, пацаны. Не забывайте подписываться на группу модпакера. Тут все новости, повторюсь. Обязательно подписывайтесь, чтобы узнать, каким будет модпак или помочь его разработке. На этом у меня все, повторюсь, все ссылочки в описании. Всем пока.